за 22 года того, что я в церкви, стараюсь быть, скажем так, честно, у меня минут 10 было таких, что я за них все отдам. Я уже, меня хоть ты тресни, хоть я буду опять наркоманить, хоть я буду... Я знаю, не то. Я всю жизнь искал высшего кайфа. Всю жизнь. Перепробовал все. Круче этого ничего нет, поверьте на слово. А что это за ощущение? Ну, это когда Дух Святой. Это рассказать нельзя. Бог – это всюду. В каждом атоме воздуха, это все Бог. И не просто Бог, а Его любовь. Всюду мы залиты любовью Божией, прямо с утра до вечера и всю ночь, и в туалете, и где угодно, и на игле, и где угодно. Мы залиты любовью Бога. Ну и как против этого? Это же обезоруживающая вещь. Как против этого? Куда мы? Что, какими аргументами? Да надо, не надо, ничего не надо. Он тебя любит такую, какой ты есть, просто так, и ничего тебе не надо. Ничего не надо. Надо только распахнуть сердце. Богу надо только открыться.